Не слышали? Как жаль. А это все у нас сегодня было. И не на кладбище на грудной скрижаль, а воскресенье из мертвых возвестило. Здесь из воды воскресшие восстали, всеми пенья от любви с креста. Они пред небом обещания дали, всей доброй совестью пред Господом блистать. При троекратном полном погружении вода сомкнулась, ветхая скрывая. Невидимое страшное сражение на берегу, над пропастью у края. Священник изгонял святой молитвой нечистых духов из воды, из тела. Над головой воскресшего вздымались волны плиты, кладбищенских надгробий, что из книги. Рожденный евангельской вестью, вот и все это вот написано. Да, это откуда места писания? От проповеди, верую в Иисуса. На память о Голгофе носить нательный крестик. Здесь вот места в спасении обрекутся. Незримо при крещении Дух Святой не сходит, поселяется, объемлет, засохший распускается цветок. Из рабства с торжеством исхищен временем. Плавцы, счастливые Анны берегу, спасенные из моря Черного. А что за море? Черного, это такое, это Красное море, так по Библии называется. Черного. Черного. Багряного от горя, что позади не пожелай врагу, а правильным крещением сегодня всюду сходит. Свидетели живые, дайте Бог весть о Христе, Его Голгофской жертве, другим нести, блаженство ваших ног, в свидетельстве, как вы спаслись от смерти. Да, у вас откуда мысль? 36 строчек, и все они указаны, откуда это взято из Библии. Вот это теперь вот эти два тома, это о житиях святых. Вот тут кавычки открываются, это взято из жития святых, это 12 томов. 1173 жития. Ну, труд очень большой проделан. 1173 жития. А вот поэзия, вот 12, вот 24 том здесь, это без Евгения Евтушенко, конечно, не сделали бы. Его большая была помощь. Это 20 тысяч файлов только здесь заложено. За 300 лет, 300 примерно поэтов России, то, что сказал по определенной теме всех стихотворений, а одно единственное, именно по тематике его вырвать надо было. Это, ну, кто считает, они понимают. Этот материал, он не имеет. Большой труд, очень большой труд.